have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, Мини-Метро. Поехали, смотрим, что у нас там в ежедневных Берлин. Блин, в Берлине мы уже сколько, 3-4 раза ездили. Хотим ли мы ежедневно в Берлине? Давайте мы посмотрим, что у нас по стандартным прохождениям. Мы же, кстати, довольно далеко зашли, неплохо. Сан-Паулу мы тогда не прошли, да? 607 у нас. Да, Сан-Паулу, Сеул. Давайте, а Сантьяго нам что, 500 в Сеуле? Давайте мы сейчас пропустим, наверное, сегодня Делик. Поехали, лучше поиграем на прохождение немножечко. Потому что, не знаю, мы в Берлине то ли 2, то ли 3 раза уже были. Ну, как-то... Давайте к корейцам сегодня сходим. Поехали в Сеул. Потом как раз вот говорили, что не против посмотреть еще раз на Сан-Паулу, как мы там лажать будем. Сколько нам там дается тоннелей? Мы уже 2 использовали, все хорошо. Нам дали квадратную, на данный момент уникальную станцию, потому что мы знаем, что квадратных у нас будет меньше всего пока что. Ее дали на чертовом острове. Ну, не на острове, а, ну по сути, да, на острове. Я не знаю, вот эти вот полосочки, что они здесь означают. По-моему, я в первый раз вижу такое обозначение преграды полосочками, потому что у нас там то реки, то горы, то еще что-то. Уж извините за мою невежественность. А что там такого в Сеуле, которое полосками обозначается? Вроде как... Не могу ничего такого особого припомнить. Блин, и там требуется 500 человек. Они понимают, что в Сеуле ты много не наперевозишь. Поэтому они говорят, 500 человек, давай привези нам. И все будет хорошо. Что-то я не знаю, как-то я... Да нет, ну играл же неделю назад, но все равно как-то... Не знаю, как это описать. Мне как-то непривычно здесь находиться, я без понятия почему. Странное ощущение. Ну хорошо. Попробуем пока что попрыгать на двух линиях. Если нам дадут тоннель, то я попробую зафигачить третью линию, но это не точно. Ну, смотрите, да, вот у нас круглых станций, блин, вагон и маленькая тележка, как обычно. Круглые как раз и появляются у нас. Раз, два, три круглых подряд. И только потом разгрузка на треугольнике. По крайней мере, не знаю, мне кажется, или стала немножечко быстрее загрузка-разгрузка. Может, я ошибаюсь. Мне приходится на синюю линию сейчас все это грузить, потому что у меня сверху больше нет ничего. Я могу сверху еще третью линию пустить, но она ж не будет на квадрат возить. Так, локомотив. Блин, ну мне нужен этот вагон. Но нет, я возьму 2 тоннеля, потому что гладиолус. Давайте на синий. А, уникальная станция, офигенно. Это же так здорово, когда у нас есть уникальная станция, правда? Дружочек, кружочек. Что ж ты мне все портишь так, а? Я бы на самом деле сейчас поверху бы, наверное, пустить следующую ветку. Посмотрим. Среда. На зеленый нам пока одного локомотива хватит. Там две станции дублируются. Вот так вот попробуем сделать. Посмотрим, как оно получится.
Треугольных у нас на этот раз тоже аномально много. Как вы могли влупить квадратную линию, блин, на острове? Это... О, здрасте! Забор покрасьте. А это как называется? Фиг с тобой, пусть дублирует. Мне нужен локомотив. Мне нужно... Так... Вот так вот будет она идти. Фиг с ней. Локомотив и вагон. И второй локомоко на оранжевую ветку, пожалуйста. Давай вагончик туда накинем, потому что иначе он не будет вывозить просто всего этого. Это забрал квадратных, ушел вниз. Все, хорошо. У синего слишком большой пробег, мне туда нужно больше локом... Что, блин? Давай сюда оранжевый подтяну. Станции вылупляются просто вот одна на другой. У нас нет локомотивов, не осталось больше. Да, конечно, не осталось. Куда? Куда вы столько лезете? Куда? Ну серьезно. Нет у меня столько подвижного состава, чтобы все это вывозить. Вы там долбанулись головой. Они просто бах-бах-бах-бах. Одна станция на другой. Ну куда вы так... Как я вам тут 500 человек вывезу? Это же импосибру. Давайте еще локомотивы, давайте еще вагоны. Сейчас посмотрим, может что-то как-то и получится. Смотрите, какой пассажиропоток, просто трындец. Не, я знаю, что азиатов в мире много, но чтобы вот настолько... Так, на зеленую за второго закинули хоть что-то. Нет, с другой стороны, когда... О! Вторая квадратная, идите нафиг. Да вы издеваетесь. Я же закольцевать ни одну из них не могу, у меня тоннелей нету. Чего, блин? Еще одна уникальная станция. Посмотрите, раз, два, три, четыре уникальных станции. 300 человек перевезено, 4 уникальных станции. В принципе, вся карта забита нафиг. Это реально просто гонка на скорость. Это, знаете, забить 500 человек и бросить все нахрен, потому что, ну вон, ну все, вон уже начинается трындец. Забирай всех. Молодец.
Просто это крайняя станция, пока до нее доберутся. И там уже сразу появился пассажир. И все нормально. Два уникальных пассажира, ну... Куда ж без этого, блин. Давайте скорее, ребят. Слушайте, зеленому нужен вагон. Квадратных забрал, сгрузил. Локомотив, вагон на синюю. Так он тут никого не забрал, вы что, издеваетесь? Вы эту станцию заберите, так, 466, давайте скорее, вот эту станцию заберите. Оранжевый просто мимо прошел. Почему ты одного там только забрал? Нет, 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 он успел приехать, он успел... 491! Трындец! Он, ну, поезд, второй раз уже он такой, но с поезд успел приехать, значит, он успеет загрузиться. Ну, блин, он... договор был такой, что если поезд на станции, игра не заканчивается. Блин, 9 человек не довезли, начать заново. Нет, ребята, и опять, смотрите. Начать заново. Начать заново. Начать заново. У нас это квадратная станция, это... Ну, это обязательная фишка, что квадратная станция будет там. Но, по крайней мере, тут мы сейчас теряем только один тоннель. Ладно, хорошо, давай. То есть, вот это расположение карты, оно стандартное, квадратная станция обязательно будет там. По-другому нет. Сложно. Сложно, если что, сложно. По-моему, прошли те золотые времена, когда мы просто приходили и проходили с первого раза. Все, такого больше не будет. На, держи. Тут стопудово сейчас сверху где-то появится круглая станция, и мы ее подключим, так что... Пока что круглые будут с пересадкой добираться, ничего с ними не станется. Уж что-что, округлых станций тут всегда до задницы, так что ну его нафиг. Ну я же говорил, смотри. Смотри. Моментально просто вылупилась круглая станция. Чё вылупилась? Это просто какой-то сумасшедший пассажиропоток. И станции сыпятся. Знаете, вот так вот пачку гороха кто-то рассыпал. Вот так вот все происходит. Поезда ходят полные, нифига не справились. Тут надо мало того, что быстро реагировать, тут еще и... Ну, то есть ты не успеваешь подождать недельку, чтобы тебе дали новый локомотив. Нет, ни хрена, тебе нужно уже два новых локомотива. Такой, ну, на тебя один. Смотрите, до конца воскресенья вылупится еще одна станция. Сейчас он суббота заканчивается. Пока мы получим локомотив, появится еще одна станция. Причем, смотрите, какой страшный пассажиропоток. Они просто, ну, льются, как из ведра. Это... Я бы не сказал, что корейцев так много, но почему так происходит? Так, что, третью ветку открываем? Давай. Так, вагон, конечно же. На синего нацепим вагончик, и пусть он возит людей толпами просто. Но ему треугольников только на обратном пути забирать, да, я могу это понять.
зеленый, оранжевый вроде пока что справляются. А, 491 человек, а ну ты прикинь. Здрасте. А что так? А чё сразу вот с козырей ходим? Чё сразу уникальные станции ставим? Тоннелей у меня нету, да? Да, я красавчик, все хорошо. У нас типа снизу, на нижнем берегу, там вообще вакханалия творится. Уникальная станция сверху, а людей до черта... А, еще одна уникальная станция, офигенно. При том, что я не могу туда-сюда маневрировать, у меня не хватает тоннелей. Я не могу сказать, о, вот это пойдет сюда, это пойдет туда. Мне сейчас дадут два тоннеля, я их моментально сожру и забуду вообще, что они были. И что потом? Давай, а кому еще это развозить? Снизу у нас только одна авиалиния. Синяя авиалиния. Наслаждайтесь очередями. Это наш слоган. Так, локомотив. И, блин, мне, конечно, нужен вагон. Берем два тоннеля, ничего не поделаешь. По оранжевому запускаем второй локомотив. Запускаем сюда тоже второй локомотив. Ибо наступает трындец всех времен. Так, сюда синюю, сюда зеленую. Да, ну я не знаю, ребят, ну так нельзя. Ну то, что происходит, так нельзя. Но это только пятница, блин. Я только все распределил, а оно уже все горит. Так, круглый, на тебе круглый. Пока вроде разгребают, но, блин, на синий уже начинают появляться пробки. Мне нужно будет на синий еще один локомотив ставить. Вагон, конечно же. Сейчас посмотрим, что куда мы поставим. Мне кажется, на оранжевую нужно будет помощь. На зеленую тоже. На зеленый все это время до сих пор вообще один работает. Один, Карл. Здрасте. Еще одна уникальная станция. Как я этому рад. Просто невероятно. Вот этому другальку нужен вагон.
чтобы он вот это смог забрать. Оп, хорошо. Всех впихнули. А тоже будешь идти через круглую. Ну вот, вот это вот как называется? Свинство. Так, пятница. Это я опять зеленый. Дал зеленому второй локомотив и забрал у него второй локомотив. Такой, нафиг тебя. А зеленый сейчас сдохнет без второго локомотива, смотри. Ему сейчас нужно будет кругляши назад разбирать. Локомотив, да? Два тоннеля. Ну да, иначе у нас ничего не выходит. Подходим к той же черте, 400 с копейками. Давайте, нам 5 сотен надо. Вытяните 5 сотен, будьте людьми. Ну все, вроде выиграли, хорошо. Посмотрим сейчас, сколько мы еще сможем продержаться. Но, блин, оно тут прям все печально. Мне нечем тушить. А зачем ты ты треугольник на пересадку, что ли, сдашь? Нет, он треугольник просто с собой забрал. Погоди, это нелогично, вы так не делаете. Поезда так не поступают, ты не забираешь с собой людей просто, если тебе не по пути. Куда ты его потащил? Треугольник? Ты собрался тащить треугольник аж до туда все это время? Ну, я, короче, предрекаю, что лопнет оранжевая линия, потому что... Мы ее замкнем сейчас. О, мы ее сейчас замкнем, и будет хорошо. Ну-ка. И синюю замкнем. О, погоди, это может решить нам очень многие проблемы. Ну, блин, ему там... Это шестая неделя. Так, вагон, конечно же. Отсюда забрал. Синюю, пожалуйста, вот сюда. И по синей еще, пожалуйста, один вагон с этим. Он не успеет сюда доехать, скорее всего, да? Попробуем сейчас напрямую на тушение пожара закинуть. А он отсюда много и не заберет. Он два человека забрал. Ну, ну хоть немножечко, ладно. Так, квадрат центральный, блин. Ребят, давайте скорее.
Все, следующая остановка, центральный квадрат. Он туда сгружает 4 человека и забирает оттуда всех, правильно? Всех забирает, говорю, какого фига, ладно. Оно как-то все выборочно работает. Некоторые загружают абсолютно всех, и им пофиг. Некоторые загружают только то, что они хотят. Оу, во, 800. Неплохо, неплохо. Пока что как-то что-то где-то как-то... Дайте еще вагонов. Мне нужен целый вагон вагонов. Приходят два, убирают. Хорошо. Ну, оранжевые и синие ветки прям реально перегружены. Ничего не поделаешь. Вот смотрите, он прошел сейчас туда и никого не забрал. Что там нужны треугольники? А, дружище, мне надо, чтобы ты в другую сторону шел. Взял просто всех, выгрузил, поехал туда. Не, я понимаю, но... Вроде как где-то что-то... За штуку... Вот, ну, в принципе, реально, значит, штуку набрать. Но я не знаю, это такой рандом тогда дичайший. Два человека забрал, хорошо. Раз, два, три, четыре двойных ходит по этому. Так. Воскресенье. Давайте я треугольничка сюда тоже подцеплю. Неделя так, вагон так. Вагон тебе сюда. Локомотив тебе сюда. И тут, то есть там прошло неизвестно сколько поездов, и там все равно осталось переполнено. Вы чё? Блин, у меня тут уже куча станций, которые просто висят. Он отсюда всех опять же не заберет, и там дальше еще есть станция. Да, да. Это, конечно, проблема. Сейчас туда он синий еще доберется, но...
лопнет у нас как раз синяя ветка, потому что, ну, слишком большое напряжение на нее кинул, и у нас вот тут справа внизу нечем ее разгрузить, там ходят уже вот эти вот двойные, загруженные под завязку, и они ничего не могут сделать. Вот это я тебе разгружаю один раз, хотя тут едут, конечно, вот эти вот пожарники, которые смогут потушить это все. Ну, плюсиков он не забрал. Печалька. Как неудивительно, это все как-то еще работает. Полторы штуки. Слушайте, я не знаю, что за черная магия здесь происходит. Почему это так, но оно все еще работает. Что ж, знаете, как главное правило инженера: если работает, не трогай, все хорошо. Давай линию. Пустим на один локомотивчик. Ну, в принципе, Шан у меня на один локомотивчик сделает. Оно он загрузился, и все, и поехало. Забыли про него. Да, вот этот перекресток сейчас рванет. Ну, хорошо, 1683... Это отличный результат для такого безумия. Хорошо, менюшка. Затащили мы Сеул. Я не скажу, что это было две катки, это была одна катка. Так, у нас открылась и Сантьяго, и Колумбия. В Колумбии метро. Для Ташкента нам нужно 500. В городе Вашингтон. А, это Вашингтон в Колумбии, а не просто Колумбия. Сорян. Так, хорошо. Поехали обратно в Сан-Пауло. Нам все-таки нужно там штуку... А я теперь не уверен, что я хочу там штуку добивать, раз у нас от него ничего не зависит. У нас сейчас нужно везде по 500, то есть подождите, если ты не набрал 1000, это не проигрышное, да, в Сан-Франциско, но сейчас у нас требуется 500, чтобы пройти дальше. Я не скажу тогда, что Сан-Пауло у нас проигрышный, если мы набрали 500. Если мы чисто для себя говорим, что в каждом мы набираем по 1000. Блин, кстати, Бостон у нас тогда, да, затянул. Ладно, давайте для самих себя, чтобы Сан-Пауло у нас тоже был на 1000. Вы говорили, что вы не против посмотреть. Я сегодня тогда еще сыграю. Попробую выбить из этого города тоже 1000. Ну, для собственного успокоения. Дальше оно нам ничего не откроет, потому что нам хватило 500. Но, как таковое, вместо Делика сделаем сегодня вот такое вот. Есть кто-то здесь, кто перфекционист, кому вот надо, чтобы было ровно, иначе он потом ночью спать не будет? Вот, а? Попробуем так. Какой практически красивый квадрат. Кстати, насчет перфекционизма. Кто-то бы сейчас на это посмотрел и повесился. Хорошо. Ну-ка. Сможем ли мы из этой фигурки сейчас собрать эмблемку Check Engine? Давайте смотреть. У нас, кстати, тоже неплохой движ вроде как. Пока что. Сейчас посмотрим. Но опять же, вот неделя заканчивается. Посмотрим, сколько у нас до воскресенья. Будет еще одна станция или нет? Да, будет еще одна. Вот она. Получается, грубо говоря, две станции в неделю. Оно нам дает. Может быть, даже три. Сейчас посмотрим. Пятница, еще суббота, воскресенье. У нас есть еще время
на фигню, так что... Сколько у нас изначально тоннелей? 2? 4. Большое вам спасибо за это. Вот он отсюда уже всех сейчас и не заберет, смотри. Да. Нам сюда нужно ставить уже противоположный локомотив, иначе... Иначе будет не очень хорошо. 3. 3 станции в неделю. Пока что. Пейс у нас на 3 станции в неделю. Воскресенье. Бам. Локомотив и... Еще 2 тоннеля я возьму. Мне не зазорно. Мне вообще, в принципе, хорошо. Ребята вроде пока что справляются. Ну, локомотив-то я, кстати, ну, грубо говоря, в долг взял. Ставлю 3. Один надо держать в запасе. Да, это уже полный проезжает. Смотрите, он даже не останавливается. Он просто проходит мимо станции. Хотел сказать, как... А, это еще и уникальная станция, да? На, тогда. Я думал открыть новую ветку, но нет. Раз она уникальная, я как раз 2 тоннеля получил. Я сейчас сделаю, чтобы замкнуть в общую эту. И нормально будет. Серьезно, он забрал 2 треугольника и оставил 1 квадрат. Ты как бы... А твоя логика в чем, дружище? Этот 1 квадрат там так и остается жить. Вот его забрали, и его сейчас повезут через всю эту. Вот так вот откроем ветку. Нижняя станция у нас прям проблемная, смотрите. Может быть, даже вот так вот сделаем, чтобы до нее... До... Так, локомотивчик, да? 2 тоннеля, да. У нас локомотивчик взаймы сейчас вообще. Не очень хорошо. Давайте вот так вот еще сделаем. Чтобы у нас были выходы вверх-вниз, потому что синяя, она закольцованная, да. О, еще один квадрат, да, я не против, пусть будет. В принципе, у нас общий развоз идет на 3 локомотива. Красная вся дублируется на зеленой, на темно-зеленой, на болотной, как вы бы ее ни назвали. Там у нас есть только одна верхняя станция, от которой нужно будет отгребать, отскребать пассажиров. Но там, но они там накапливаются, это прям некрасиво, то, что они там накапливаются. Мне надо, чтобы зеленый локомотивчик, он прям это... Мне нужно сюда 2 локомотив, я понял. А теперь мне прям обязательно сюда нужно 2 локомотив, потому что это трындец. Дайте я сниму 1 синий отсюда. Я сниму 1 синий, потому что у нас красный дублирует половину синей ветки. Нам, в принципе, там как дополнительный локомотив. А здесь нам просто необходимо, чтобы он снимал напряжение с вот этих станций. Это круглые станции, они находятся за периметром.
Это прям тяжело. Вот там сейчас у нас будет тяжелое положение. Или нам придется зеленую как-то закруглять. Слушайте, а давайте мы зеленую закруглим. Красную мы сейчас докинем сюда. А зеленую мы отпустим здесь, сюда, сюда, сюда и сюда. Закруглим ее. И второй зеленый запустим в обратном направлении. Во! А это решает нам много проблем. И у нас еще остается... Еще три тоннеля у нас остается. И у нас воскресенье. Ну, как бы, ну, шоколадненько же. А это придется вот так делать, потому что иначе мы не вывезем. Локомотив, да. Вагон, да. Красный вагон надо давать. Офигенно. А как ты так придумал? Забирай всех квадратных и вывози на эту станцию, и все. Хорошо. Хорошо. Плохо, конечно, но хорошо. Эта станция внизу так и есть перегружена, кстати. Да, уникальная, прикольно. Может, нам и красную закруглить? Слушай. А что я теряю? Теряю то, что у меня по красной ходит только один локомоко. Но так у меня все станции, практически все станции дублируются, кроме вон той квадратной. Иди ты! И он оставил здесь треугольник. Он просто оставил, бросил здесь всех треугольных нафиг. Блин. Да, два тоннеля. Сгружай отсюда весь мусор, просто все, вези их сюда. У нас еще и из-за того, что синяя ветка, она не достает на верхний берег, у нас еще и станция с пересадками есть, офигенно. Мне не хватает вагонов, мне офигеть как не хватает вагонов. Квадраты начинают накапливаться. Потому что квадраты у нас только в одну сторону. Забирай треугольников, остаются квадраты. Квадратов сейчас тут немножечко этот развезет внизу. Хорошо. А, всех развезет. Ну и вообще супер. У нас сверху и снизу два таких места горячих. Вообще то, что по красной ходит, хоть и двойной, но только один, это прям проблема. Мне не хватает подвижного состава, блин.
На красном вон катастрофа, смотрите. Забирай вот этих всех. Квадратов он сейчас выкинет, а треугольников-то он с собой заберет аж на следующую станцию, и все. Ну, уникальная станция, супер. Все же этому рады, правда? Локомотив и вагон на этот раз, потому что иначе... Иначе будет плохо. По красной надо отправлять второй в обратную сторону, чтобы он все это собирал. Синий у нас до сих пор страдает, но не так, как красная. Красная, на красной прям как на Титане лежит абсолютно весь труд и вся работа. Хотя на зеленый тоже. Зеленая тоже хорошенько помогает. Не могу сказать, что кто-то из них прям плохо работает. Так, забери отсюда. Ну, он два человека только заберет. А, он же еще и сгрузил немножко, точно. Точно, 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 все хорошо. К тому времени, как красный туда доедет, он немножечко тоже снимет напряжение. 719, 720, отлично. Нам штука нужна. Для нашего успокоения нашего перфекционизма нам нужна штука. Удивительно, как зеленые даже на маленьких локомотивчиках относительно неплохо вывозят всю эту ситуацию. Я бы даже сказал, что зеленые здесь делают больше работы. Ну что, дружище, подожди. Отдай мне вагон. Вот зеленым этот вагончик дадим. Так, суббота. Мне бы на самом деле, если получится сейчас один локомоко синий, на синюю линию кинуть, было бы прям хорошо. Супер. Видите, приезжает один зеленый с вагончиком. Он просто все нафиг забирает. У нас начали появляться проблемы в другом департаменте. Так, локомотив и вагон. На синюю в какую сторону? В ту сторону. Разобрали, неплохо. На синий с вагоном. В смысле, звездная станция против сил зла? Вы чё там? Синий, ты успеешь доехать или нет? Давай скорей. А тут он уже ничего не заберет. А тут он уже ничего не заберет. Печаль, тоска. На, 1000 мы набрали! Есть, ровно 1000. Все, тогда можно успокоиться. Не, продолжаем играть, но, по крайней мере, то, что мы хотели сделать, мы сделали. Да. Но у нас сейчас уже просто не хватает вагонов. Они уже все ездят перегружены, у нас уже просто не хватает вагонов для обслуживания всего этого бардака.
Тут уже слишком во многих местах палает так, что мы это не сможем перекрыть, поэтому у нас вон две станции еще слопнут, как бы. Вагон, да? Этот тут заберет сейчас немножечко, но тут внизу я ничего уже не сделаю. И у нас вон еще одна станция. Нет, вот эта станция внизу точно рванет сейчас. Я к ней даже уже не успею синего перекинуть. Хорошо. Хорошо. Все. То есть весь наш план на сегодня выполнен. В Сан-Паулу, в Сеуле мы покатались. Сеул, блин, просто чокнутое место. Следующий у нас Сантьяго и Вашингтон, который в Колумбии. Как бы это ни звучало, да. Потом у нас там до Каира недалеко. Каир у нас открыт, потому что мы, наверное, где-то Сингапур в Деликах делали. Но это такое. В общем, ребятки, вот так поиграем. Не знаю, как по мне, вышло довольно-таки неплохо. Пишите, что вы думаете. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.